В Одинцове продолжает свою работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Здесь оказывают юридическую, социальную и психологическую помощь. Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими активистами «Единой России» в рамках выездной инспекции посетили центр. С момента его образования было получено более 500 обращений. В основном поступают вопросы, касающиеся бытовых моментов и оказания волонтерской помощи. Также депутаты ознакомились с работой многофункционального центра. Количество окон у нас не изменилось, а нужно было увеличить сидячие места для людей. И, соответственно, сейчас в зале у нас всего 34 окна, но мы справляемся. Отдельно мы вывели окна для бизнеса. МФЦ становится наиболее популярным в качестве предоставления электронных услуг. С 1 января еще добавилась одна услуга в цифровом формате – единое пособие. Раньше такое пособие необходимо было на каждое пособие подавать отдельное заявление. Сейчас в рамках электронной услуги достаточно зайти на сайт госуслуг, сделать авторизацию с помощью своего логина и пароля и подать одно единое заявление. При этом предоставлять каких-то дополнительных документов не нужно. Одинцовские единороссы отметили положительную динамику в работе центра. На данный момент социальная сфера – самая востребованная у населения. При этом с каждым годом МФЦ совершенствует свою деятельность и увеличивает количество предоставляемых услуг в режиме одного окна. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».